К другим темам. Кандидаты на пост губернатора Ненецкого округа получили свои удостоверения. Избирательная комиссия вручила документы 4 претендентам на пост главы региона, тем самым утвердив окончательный состав кандидатов. Первый в списке — Игорь Викторович Кошин, представляющий политическую партию «Единая Россия». На втором месте представитель ЛДПР Андрей Смыченков. «Справедливую Россию» представит Николай Остродумов. Закрывает четверку кандидат Тимофей Салуянов от партии «Родина». Коммунистическая партия «Коммунисты России» не будет представлять своего кандидата на выборах, поскольку Сергей Маленкович не предоставил пакет документов в полном объеме. С 16 августа до 12 сентября включительно, согласно закону о выборах для кандидатов, начинается агитационный период. Когда у нас идет интенсивная фаза общения с избирателем через средства массовой информации, конечно же, избиратели увидят кандидатов уже на телеэкранах и увидят их чатные материалы, их программы в ваших газетных изданиях.